Вот здесь вот получается вот такое с действиями. То есть вот эту штучку надо крутить. И тут вот так вот. Следующее здесь нужно этого ослика вот так вот купать. Тоже подвижный элемент. Вот тут такой текст. И вот здесь вот опять же такая вырезка, куда нужно вставлять вот этого персонажа Пуха. Вот сюда вот так вот. Вот так вот вставили, как бы и играем. Так, следующее. Здесь идет такая коробочка. И тут внутри надо поставить этот... написано, что там, по-моему, свинку эту надо поставить туда. Да, вот написано пигли. Тоже вот такой вот текст. Вот так вот выглядит эта коробочка объемная. Следующее. Здесь надо вставлять вот этот мед, горшочек с медом. Где тут наш мед? Вот сюда вот так вот поставить его. И вот здесь вот еще хрюшку пигли. Здесь такой текст. Здесь вот лодочка. Вернее, этот плавает. Тоже вот так вот крутится на зонтике. Вот здесь вот окошечко надо вставить пигли. Персонажа. И тут вот последняя картинка, здесь открывается, спрятано там что-то, тоже сюда надо вставить, посадить его за стол, за стульчики. Здесь вот все персонажи в объемном таком. И вот тут вот надо еще Винни-Пуха посадить, он тоже будет сидеть. Очень интересная книжечка. Вот они тут показывают. Сюда, получается, надо с одной стороны хрюшку, с другой Винни-Пуха и посередине мед. И вот здесь вот нарисовано тоже, как это делается-то, я неправильно показала. То есть надо вначале Винни-Пуха, а сверху типа на голову ему мед. А здесь вот это пигли. По состоянию, состояние, в принципе, очень хорошее. Корешки, тут обложка вроде целая. Ну, вот эти, может, немножко примятые. Так как тут их вставляли, видно, они поэтому чуть-чуть с примятостями. Вот Винни-Пух тоже. А так книжечка, конечно, очень крутая.